На страже дорожной безопасности в любое время дня и ночи. 3 июля поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники ГИБДД. В дождь, снег, жару и холод инспекторы дорожно-патрульной службы дежурят на транспортных артериях Нарьян-Мара. О буднях полицейских расскажет Дарья Чупрова. Наряд, налей, во! По местам сидения службы, шагам, марш! Именно так начинается рабочий день сотрудников дорожно-патрульной службы. Здесь инспекторы получают маршрутные листы и после развода отправляются нести службу. Главная задача – пресечь всевозможные нарушения ПДД. Превышение скорости, обгон в неположенных местах, вождение в нетрезвом виде, непристегнутый ремень и нарушение правил перевозки детей – самые распространенные. Многие водители ездят, детей перевозят без детских удерживающих устройств, что очень плохо сказывается, даже если при совершении ДТП. В помощи госавтоинспекторам на нарьян-марских дорогах установлены комплексы регулировки движения. Сотрудники регионального центра информационного обеспечения просматривают камеры и выявляют нарушения. Движение по обочине, превышение скорости, выезд на встречную полосу. Потом информация о нарушениях отправляется владельцам автомобилей. С наступлением лета на дорогах появилось большое количество велосипедистов. Они также являются полноправными участниками дорожного движения, а потому обязаны соблюдать определенные правила. Они должны двигаться по ходу движения, а не навстречу движения. Детям до 14 лет вообще нельзя выходить на проезжую часть, а им нужно кататься только по велосипедным дорожкам и в живой зоне. При переходе пешеходного перехода, если вы катаетесь на велосипеде, то должны вы слезть с велосипеда и, получается, проходить уже пешком, а не кататься на велосипеде, проезжая. Потому что таких случаев очень много. Только случается, машина не останавливается, потому что велосипед очень быстро двигается, и, соответственно, тоже водитель не может реагировать. Как отметили в ГИБДД, первое полугодие 2020 года прошло довольно позитивно. Причем положительная тенденция сохраняется третий год. В этом заслуга всех участников дорожного движения. За 6 месяцев текущего года произошло 12 ДТП с таким же количеством пострадавших, погибших нет. Госавтоинспекция сама по себе, она является важнейшим звеном в структуре органов внутренних дел. И на каждом сотруднике госавтоинспекции лежит большая ответственность по поддержанию правопорядка на дорогах, защите жизни и здоровья участников дорожного движения. Отдельные слова хочу выразить, пользуясь возможностью, ветеранам госавтоинспекции. Их опыт, навык, который они наработали в свое время, для нас бесценен. Уважаемые ветераны, с праздником! От души желаю всему личному составу, сотрудникам госавтоинспекции, особенно сотрудникам дорожно-патрульной службы, работникам госавтоинспекции, их семьям, близким, родным, успехов, благополучия и крепкого здоровья. С праздником, с Днем госавтоинспекции! В Ненецком округе на страже безопасности дорожного движения стоит более 50 сотрудников госавтоинспекции. В жару и мороз, дождь и ветер они стойко несут службу. Дарья Чупрова, Алина Выучейская, Владислав Носкин, телеканал «Север».